Всем привет! Ребят, мой любимый наборчик с котом Леопольдом и мышками. Давайте покажу вам поближе. Это фигурки просто Toys. Вот, я, например, с Лунтиком рассталась. Мы с Лунтиком расстались с легкостью, а вот с этими вот мышками и котом расстаться не могу. Ну, пока что не могу. Такие вот милые персонажи наших стареньких советских мультиков. Так, у нас они без подставок. Покупала я их очень давно. По-моему, где-то в Перекрестке. Но здесь вот отверстие для подставок есть. Так что, вот не знаю, можно ли приобрести отдельно подставки от них. Я на сайте просто Toys не видела. Так, серый мышонок. Вообще очень классно, детально, качественно сделаны. Я прям вот от фигурок этой компании просто в диком восторге. Вот не могу, тоже не расстанусь, наверное, с Вовкой больше. Оставлю себе и никому не подарю. Ничего не отдам. Вот. Такие вот качественные мышата. Очень классные, прям вот как из мульта. Также у него вот отверстие для подставочек. Очень классная серия богатырей, конечно, у них. Вот, ну, богатыри мы пристроили. Я как бы не очень такой любитель фигурок, но я считаю, вот для мальчиков класс, да? Мальчикам очень, а вот девочкам что-то такое. Вот я очень люблю Вовку, мне нравится Вовка, такой универсальный персонаж, мне кажется. Вот Леопольд, смотрите, какой вообще милаха, просто милаха. Но у него, смотрите, для подставочек тоже есть отверстие, но тоже у нас он был без подставки. Все вот эти мышата у нас почему-то были и Леопольд без подставок. Вот, возможно, это у нас такая серия была, либо это они все так вот шли, не знаю, не могу сказать. А покупали в Перекрестках, их тогда много продавали, это, по-моему, 2017-2019, вот такой период времени. Сделаны фигурками, ребят, ни руки, ни ноги, ничего, ни голова неподвижные, ну, то есть такой цельнолитой пластик. Пластик такой немножко, ну такой вот, смотрите, шейка такая мягенькая. Но ручки поплотнее, хвост. Не знаю, все довольно прочно так сделано. Не знаю, если хвост покрутить, наверное, можно открутить, но лучше этого не делать. Вот, обратите внимание, какие такие сочные, классные цвета. Вот, мне прям очень нравится Леопольд. Если нравится такая тематика, подписывайтесь, буду вам поближе показывать такие вот замечательные фигурки, книжечки, игрушечки. Вот прям фигурками они сделаны, да, ничего нигде подвижного у них нет. Вот такой мягкий хвостик, яркие такие у него тапули. Вот здесь, смотрите, у него яркая кофточка такая желтенькая. Прям как из мульта. Прям любимые такие персонажи. Бантик. Ну, супер-супер. Вот. И Вовка просто очень классный, качественный. Я очень жду. Это был бы вообще просто праздник. Я думаю, не только для меня. Если бы сделали, знаете, вот по... Помните, были киндеры такие, ландрины по волшебнику изумрудного города? Вот очень жду такие фигурки. Вот это по иллюстрациям Владимирского, Леонида Владимирского. Вот еще Буратино по иллюстрациям Владимирского. Было бы здорово, если бы просто то есть это осуществили. Можно даже вообще с прям вот с замком, да, изумрудного города такого вот, который был в книжках. Вот мультик, потому что я не помню волшебника изумрудного города. Но вот если вот
такие были бы фигурки побольше, как вот из Ландрина, волшебник изумрудного города, то это было бы вообще просто фантастика была бы. Вот насколько Вовка, да, стал популярен, я помню, как Вовку искали просто все, у меня все знакомые, у меня все друзья практически искали фигурки Вовки просто тойс. Ну, действительно, очень классные наборы, очень качественные, очень такие, ну, знаете, их хочется. Вот прям вот смотришь на этот набор, его прям хочется иметь. Я не знаю, как это работает, но реально с, ну, например, с бременскими не у всех вот так. Кому-то, ну, это на любителя, да, там Остров Сокровищ тоже на любителя, Врунгель тоже на любителя. А вот если бы был вот волшебник, такие фигурки, как Ландриновский киндер, да, ну, Петрушка, там, знаете, еще есть серия такая, Петрушка с вот этим вот, ну, с каким-то там камушком, там, вот эта вот серия Петрушка, Ландрин, серия Петрушка, и вот там были Элли, Дровосек, ну, в общем, все персонажи. И вот было бы классно, если бы вот такого размера, киндеры, они же совсем маленькие, а вот если бы вот такого размера, ой, если бы вот Элли была бы такого размера и Страшила там, да, Лев, ну это было бы просто классно. Я бы купила бы несколько наборов, наверное, и еще всем друзьям в подарок. Вот. Ну мы так чуть-чуть отошли, мы так про Леопольда. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.